Целью мероприятия является показать жителям то, что находится вокруг них. Открытые пространства — это их пространство. И они с помощью собственной инициативы, фантазии, творческих совместных идей сами преображают это пространство. И, конечно, материальный уровень – это только основа, только повод для того, чтобы люди делали что-то совместно, организовывали какое-то совместное действие. Но самое главное – это, конечно, взаимодействие между людьми, а не тот продукт, который они создают. Это совместная инициатива городского центра проектного творчества Гёте-института и германских специалистов по городской среде. Сначала каждый участник должен был найти место в парке, которое нравится ему, в котором он чувствует себя уютно. Сначала мы определяли «я-места», затем начали ходить в гости друг к другу, искать какие-то взаимосвязи и создавать «мы-места». Внешний вид будущих объектов Томас и Мария отказались продумывать специально. Они хотели, чтобы композиции возникали в результате совместного творческого процесса, так что каждый из участников проекта сделал то, что ему по душе. Например, Ольга и ее подруги сделали корабль мечты. Возможно, для каких-то путешествий в страну грез и мечты. Сегодня добавили руль, то есть он может даже поуправлять своими идеями, своими мечтами, стоя на этом корабле. А сейчас Томас прикрепляет канат и... можно будет залазить наверх, я не знаю, получится или нет, потому что я думаю, это очень непрочная конструкция. Мы делаем такой, типа, как сказать, уголок ужасов, это привидения такие маленькие, добрые привидения. Ну вот, они добавят немного живности, что ли, в парк, потому что у нас здесь много арт-объектов, которые, как сказать, не живые больше, они... ну, домики или что-то, украшение какое-то. Это вот сова есть, там всякие разные привидения. Это обитатели нашего парка.